What the fuck, смотрите, это Cartoon Cat и Cartoon Dog, они бегут. What the fuck? Всем привет, вы на моем канале, сегодня ты увидишь, как будет сражаться Cartoon Cat против Cartoon Dog. И я купил координаты в Даркнете, так что посмотри видос до конца, и ты увидишь масштабную драку на заброшенном здании. Так что погнали! Так, ребяточки, мой дрон уже прилетел на какую-то локацию, смотрите, здесь большая дорога. Выглядит просто как кино, ребяточки, реально сейчас кино походу начинается, потому что мы будем сегодня охотиться за Cartoon Cat против Cartoon Dog. Они, по идее, будут драться, смотрите. Пока что я прилетел на эту улицу, сейчас будем искать дом, который похож на заброшенное здание. Так что, сейчас внимательно смотрим. Так, ребяточки, тут перекресток. Посмотрим, как вообще, что тут рядом и что это делает вообще. Смотрите, люди пока спокойно живут. Обычное состояние, так сказать, цивилизации. Все работают, все куда-то бегут, все куда-то летят. А мы летим искать Cartoon Cat. О, ребяточки, смотрите, там какая-то заброшка дальше. Ну, сейчас посмотрим все дома в этой округе. Так, это здание по описаниям не особо похоже. Вот похоже вот то здание, давайте к нему сразу и полетим. Так, информация, конечно, может ошибаться, а может и не ошибаться. По идее, с минут на минуту там они уже должны драться, они уже должны там что-то выяснять. Не знаю, что у них там картунское дело, какое они поделили, но, видать, что-то у них стряслось. Ну, недаром кошка против собаки всегда, так сказать, хороша выйти на ринг. Я не знаю, почему они сражаются, у них это на генном уровне. Вот реально, почему вот собака охотится за кошкой? Почему? Конечно, не все, но... процент большой. Так, ребяточки, что у нас тут внизу? Так, ну у нас тут какая-то машина, там люди даже живут. Точно, по описанию не подходит. Вот это реально какая-то... Что это за крыша? Что это такое вообще? Ребята, это реально какая-то заброшка. Это максимально стрёмное заброшенное здание, но еще большое возле него ходят люди. Так, давайте медленно опускаться вниз, что нам там удастся узнать. Ох ты, ё-моё. Что с тобой сделали, здание? Будто туда ракета какая-то упала. Либо там был пожар, ребята, посмотрите на эти обломки. Смотрите, что стряслось с этим зданием, что с ним сделали? Я вообще не понимаю, это крыша, она уже зарастает деревьями, какими-то растениями. Что тут вокруг? Вокруг как будто дома такие... как будто загородное поместье, похоже, или что, я не понимаю. Ну, хотя там рядом город. Короче, ребята, смотрите, тут куча домиков. И возле этих домиков, вот это страшное здание, блин. Почему его еще не снесли? Ну, видать, это нычка для всяких подозрительных типов и существ. Так, давайте. Что там чувак в белом ходит? Что ты хочешь, чувак? А ну, кш, мы тут снимаем, блин, контент. Сейчас мы тут, блин, будем, так сказать, снимать мистику. Так, ребята, ну смотрите, это здание явно уже хочет, чтобы его снесли, чтобы оно уже, так сказать, не существовало, потому что в таком виде существовать неохотно. Хотя здание ничего не чувствует, так что пофиг. Короче, проводов тут вроде бы нет. Давайте обсмотримся. Вроде бы нет. Хорошо. Нам нужно залететь. Я хочу посмотреть... Блин, ребята, никак не могу тут залететь, бывает пропадает связь. Фух, возможно, придется с другой стороны облетать, но не хотелось бы. Давайте попробуем еще приблизиться максимально вниз и посмотреть, смогу ли я вообще внутрь залететь, либо хотя бы близко. Потому что внутри здания, возможно, там реально что-то находится. Кто его знает? Так, ребята, смотрите, вон эти окна. Офигеть, ребята, вон эти окна. Мы можем заглянуть внутрь. Ну это здание реально. Тут не окна, реально заброшка. Так, что тут есть? Вроде ничего. Так, ребята, а вдруг тут поблизости кто-то может это... шастать? Так, так, так. Ну крыша, смотрите, просто... Офигеть, смотрите, как мы близко, это красоте. Крыши нет вообще, это даже не крыша была, это просто развалины каких-то там... Куча досок, куча всего обгоревшего. Интересно, кто-то обитает реально? Может, бомжи какие-то местные?
давайте облетим, посмотрим. Пока не вижу никаких картундегов, картунтогов, картунхеров. Никого, ребята, нички не вижу. Но рассчитываю что-то заснять необычно. Так, облетаем. Так, ну, она не очень большая, я вам скажу. Возможно, это была какая-то... Не, ну, для школы это слишком маленькая. Хотя, может, микрошкола для микрочеликов. Хер его знает. Так, хочу с этой стороны посмотреть, что там есть. Ох, сучка, дыра! Офигеть. Так. What the fuck? Кто оттуда вышел? Ребята, вы видите? Какой-то челик вышел реально оттуда вот с этой заброшки. Ты что там живешь, дядечка? Ребята, кто это? Что это за типок? Что ему надо? Что он там забыл? Он, интересно, видит нас или нет? Очень странно, ребят, смотрите, видите, тут рядом вообще мало людей, внутрь сюда никто не заходит, а он снутри вышел. Кто ты, чел? Что тебе надо и что ты там забыл? Это мое место. Я его купил на Даркнет. Ну как купил? Координату купил, ну. Хорошо, ладно, похрен на чела. Вышел, да и вышел. Шо, ну просто погреться зашел, или он документы забыл, когда учился в той школе. В общем, летим, никого не щадим. Так, опускаемся сейчас, наверное, внизок. О, так, аккуратно. Летим, никого не задеваем. О, ребяточки, да тут тоже окна. Тут у нас тоже можно залететь. Может, что-то увидим. Я надеюсь, что это будет классно, чётенькое и офигенское. Так, ребяточки, тут такая дорога. What the fuck, смотрите, это Cartoon Cat и Cartoon Dog, они бегут. Что за фигня? What the fuck, ребяточки? Что это было нафиг? Вы это видели? Куда они делись? Что это? Вы это видели, ребяточки? Может, мне показалось, я не знаю. Так, с этой стороны, с этой. Где, кто? Что это было? Ребяточки. Что нахрен такое? Что это за такое? Окей, ребяточки. Не знаю, походу у меня уже галлюцинации какие-то. Ладно, смотрим дальше. Ну я... Где они? Они что, реально тут? Они что, за мной следят? Оу, щит. Мне этого только не хватало. Они уже засекли меня. Но они реально бегали друг за другом. Или что это было, я не знаю, ребяточки. Какой-то непонятный... Фигня какая-то непонятная. Так, смотрите, я опустился просто ниже колен. Практически роста миллисантиметрового человека. Опа, кто ты? Тут какой-то, тут какие-то людишки живут и, по, так сказать, видят нас. Надо от них сваливать. Да? Думаю, да. Они такие, что это такое, видеосъемка запрещена. Так, ну это просто обычный домик, и они живут возле этой заброшки, и возле них, блин, пробегал Cartoon Cat и Cartoon Dog, или что-то было, я не понял. Ладно. Так. Так, ребяточки, ну блин, опять этот чел, что он, смотрите, он идет на камеру. Он идет на дрон, смотрит на дрон, ребяточки, вы видите? Он нас запалил. Он думает, что такое, что дела? Он свои черные дела делает. Что такое, ты парень, ты из Даркнета, ты кто ты, блин? Что ты там, что ты на камеру, типа, все, ребяточки, я думаю, нужно нахрен отпетлевывать отсюда. Просто вообще улетать, потому что, смотрите, просто глаза мне отпускают. Я тоже тебя вижу, парень, что ты хочешь? Это ты тут? Может, это чувак, вот этот агент Даркнетовский, что-то тут сделал? Голограммы напускал или какие-то пыль в глаза напускал, не знаю, что они там делают. И потом заберут. Может, просто какой-то чел-наркоман. Ну, может, просто чел, бля. Ну, что он там в этом доме делает? А напишите в комменты, как вы думаете. Ну, что можно делать? Так, хорошо, последнее, что я хочу сделать. Последнее. Было бы неплохо заглянуть в окно поближе. Так сказать, пока этот чел не видит, пока он так написал в трусы, он подумал, что его снимает полиция, и он уже бежит домой рассказать маме, что он плохой парень. Мы подлетим к окну, ну вы поняли. И посмотрим, что же натворится там внутри этого здания порушенного. Так. Все, я тут буду быстро, ребяточка, как Джейсон Дрейкликс. Я не знаю, кто это, но он, я думаю, найдет быстро. Все, мы подлетаем, смотрите, просто как ракета. Я робот, я железный человек. Я просто управляю дроном, как уже своим пятым пальцем на цедре. И сейчас я опускаюсь, и мы поднимаемся. О, ребяточки, это окно, офигеть. Мы реально можем наблюдать, что там есть что-то. Так, и что там? Что там за хрень? Это какой-то туалет или что? Походу, ребяточки, это реально туалет. Что за фигня? What the fuck, вы видели это? Обалдеть, ребяточки, ну нахрен, короче, летим домой.
Что, ребяточки, мы сегодня засняли Cartoon Cat и Cartoon Dog. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все, ребяточки, всем пока.